Черный продаж. Здесь Лены не хватает, чтобы за филе началась. Суманите для кашника. Сейчас сванат. Лёх, давай только в этот раз мы нормально распределим мир. Да, распредели, пожалуйста, по углам, реально, что давайте убьем все-таки. В смысле, что ненормально, блядь? Ну, да. Когда со мной в метке стояло 2 милика и все, это ненормально. Люди сами не могут распределиться, 25 человек не видят, кто куда бежит. Че она? Это ты попробуй этот, в метро зайди и людей по вагонам распредели, скажи, сами распределяетесь. Там очень дофига. Так там сами не распределяются. Ну да, в одном вагоне, блин, с мылом влезаешь, в другом две бабушки сидит, смотрит на эту парашу. А надо это, как в этом, в Индии, там есть отдельные женские вагоны в метро, если мужик там заходит, его, короче, палкой не останется, а пиздюлю вы встречающие специальные работы. И нету женских вагонов, бля. Так, короче, ладно. Я может путаю, или Индия, или Малайзия. Даю проверку на... женские вагоны есть. Проверку на присутствие. По меткам, короче. Да-да, слушайте. Да. Денчик, печенька. А тут ромбик, просто отец, звездочка, шторы, Настя, трусы. Дальше. По локам. Даркес, Гена, печенька. Локи, звездочка, Даркес, трусы. По совам. Энджи, печенька, медведойш. Звездочка, грим персик, трусы. Дальше по пристам, прости, станешь в ромбик, мозер, трусы. Этот. Мяко станешь в ромбик. Вага станешь звездочку, проми станешь ромбик. Милики, враска, печенька, намеказа, ромбик. Фарада, звездочка. Монород, трусы. Дальше жотом. Ты в ромбике. По танкам. Короче, Луцинь. Будешь преимущественно закрываться со стороны печеньки. Войд преимущественно со стороны звездочки. Мишку там поставишь, в принципе, окей. Дальше. Вроде всех распределил, да? Да, вроде все. Даю проверку. Сопроты обязательно. Пускаю. Натрешивают. Или двоит водить будешь? Ну, с босса с этой с хуйней. Кто там, Луцинь же, пускай Луцинь водит. Ну, Луцинь, не будешь водить маму большого. Окей. Водит на боссе, да. И на мобах больших. То есть мы сидели, ждали Слобика, и оказалось, что у него когда... Сразу ж неизвестно. Да вообще что-то непонятно. Вроде не было, когда словил. Второй. Окей. Второго был. Хорошо. Сори. Шторм, отслеживайтесь. Второй появился, забирай. Меня слагало, может, так. Шторм.
Норм. Не, все, меня выкинуло. Че едем? Ближе, ближе. Все, вот появился. Пара. Иди закрывать. Ёбаное все. Сторону перебиваем. Ну, фуловый. Даю-то там. Штормом тут. Штормом быть. Сбежали все. Этого под боссом захуярьте пока. Ты возьми время штраму, чёрт. А, тебя боюсь, чтоб не дамажить. Забей, ты один сильно много не надамажишь. Трэш по горам устраиваем. Не забейте же.
ушла, да? Народ, блядь, оттай. Это Луцинь босса не таунти. Не слышу. Метки на Миказме, что тот мягкое живот. Пламень, ну, блядь. Сука. Вообще. Метки. Вот я коденчик поставил сразу. Босы идут. Вот там. Все раскопал тихонько. Рука жопа. Поднять ее? Ну, шторы поднимешь, прожались. Спасибо. Еще и сейчас буду. А тут цель могу поднять до этого. Сказал, шторы поднимешь. Шторы тоже вылетел. Снимай. Упс. Метки. Чора. Заебались. Все, минус РПД. Охуенно. Метки на Миказа, мягко Войт. Денчик, Настя. Выйди. Чего разокрыть? Хил. Намажем как-то. Босс. На броне, на Йотуне. Йотун. Незыблемость и антимагический. Когда каст будет. А, да, мне сейв дайте какой щиток закинуть. Пожар. Хуй там, блять. Говорю, закинь щиток, Настя. Когда я сказал. Блять, зачем тебе сюда брать? Или персик Настю поднимешь? Кто, блядь, звезду залил? Хил. Встаньте сзади. Или правее получи. Два медведоёж, ты не хочешь подвинуть? Босы вы. Чего вы дохнете, блять? Они ворот. Я резну себя. Будете все щелки походу закидывать. Четыре, блять, человек, которые, блять, подохли. Где прохи? А, у меня хилов нету в этой метке. Настя лежит, шторы вылетел. У нас хилов нет. Ложитесь. В смысле Настя лежит? Настя старается как может. Настя, блять, встала третий раз. У силки в хп это же. А мне-то нахера СС закинули.
Чтоб не сдох, да. Вагоны. Ладно, первый, блин, комом, нормально. Че, не пьем или че? Три лока, блин. Три лока сдохло, и, блядь, даже СС по себе не кинули. Я не знаю, по кому они ее кидали, но три лока сдохло. Ложитесь, нету. Обрыв, прыгайте. Я, пожалуй, в другой метке постою. Вага, ты чё? В любой метке, где ты стоишь, там обсираются обычно. Совпадение? Да нет. Обычно происходит так, что меня просто назначают в метку каким-то идиотом, которые не могут свой дебаф отследить. А если я тихо молча стою куда-то, там все вообще прекрасно, ничего там не происходит. Все следим, куда Вага уходит. Настя, у силки в ХП полностью все идет. Ну, мам. Мозер, если не ошибаюсь, везде только сова одна, это медведы ешь. Блять, это такое очко выносить в два окна эти метки ебучие. Взрывоопасный пламень, блять, на друиде выношу, на друиде. Может, есть кто-то еще там желающий? Отжайну. В два так. Окна? Мать, люди. Ты только заметил? Нет, в смысле желающий в два окна, я имею в виду? Нет, блять. Такая хуйня. Не майте, блять, людей. Чего вы стоите? Там кастуют. Ребус поставил. Блять, ни одного хила просто, блять, трусах нету. Хотя там два должно быть. Настя лежит, штора вылетела. Все, охуенно, жизнь удалась. Денчик, где стоишь? Нормально. Не ругайся. Напишите хилы, где вы стоите. Печень. Что в печень? Понимаешь, что? Дай проверку. Минус хант, ханту. Че с прони? Писал, что? Про не писал, что? Нет. Вроде нет. Блять, обновите, выйдите все клиенты. Да она не из-за клиента крашится, Лёх. А за чего, блядь? Просто сервак выкидывает. Просто выскакивает ошибка и все. Нет, это непонятно, с чем связано. Бывает, для дисконнекты вот 3-4 раза подряд выкинет, а потом все ништяк. Ну вечером же ни у кого не выкидывает, блядь, ни на одну. Но а это тот... редко бывает. Вот у меня сегодня на X3 было. Я раза 3 дисконнектил. Тупо а тортик, серьезно. Тортик, что, не пойдет, что ли? Торт. Чем тут? У него КД. А друид у меня же есть еще. Может, пойдет? Короче, не зайдет этот. Начистишь 250 парус. Куда ты ее друлем возьмешь? Вместо кого? Ну, вместо окна своего второго. Ну и что она будет делать? Хелить? Mm-hmm. Да, пока тут даже сова есть. Какое-то. А уж что? Ну это лучше, чем окно, мне кажется, все равно. Ну просто тут я... На своей тупости. Я хуй знаю, просто я заебал. Кажется, я не знаю, нахуя и когда ты отдаешь свои КДшки, там зеленку не зыблю. Ну это пиздец. Все, не вопрос, будет только не это. Там просто пиздец, я бегу от босса, блядь, лужи, блядь, все вместе, блядь. Так ты в лужи-то не беги. Понятно, блядь, а что? На коллапс отдавать, если ты, блядь, выхватил дебаф и все. На что еще их отдавать, я не могу понять. Хуй его знает.
Он не знает, он тут просто два раза был, он не знает просто, ну, опасности. Тоже типа лучи даже не шотают. Лучи шотают, убедился вчера лично. Шотают? Ну да, если в центр забежать. Конечно, не ебать. Сколько лучей ловит? Бассейн Мозер Вага. Смотри, Вага там уже думает, спрыгнуть ли в лоб. Бассейн Вага. Еще раз. Вага. Что с Проней-то, блядь? Не знаю, даже в Дискорде не одного сообщения. Да, может, интернет вылетел и все, типа. Прощаемся. Ваги там телефон, он сказал, что одну минуту АФК. Поехали, минус один. Скай, босс. Вага, ГОК 2, на тоже. У меня на одном аккаунте все. Хуёво. Так бы стрелял автоатакой, варом бил. Фарадо, умерь свои фантазии. Что он делает? Об ногу трется. Сколько люди собрались опоздать на РТ, что тот час, блядь, РТ прошел. Опоздаю. Ну, по сути, даже 2 часа прошло, если так, да. Шемку собрали. Бери этого, пока не слили.
Нет, не хуярьте его. Его прям целенаправленно хуярит. Что? Пока не заводи к ним. Не заводи, выйди, выйди с ним. Выйди с ним. Сейчас не зауешь это. Че, иди сыграй. Стопани тебя уе. А вы сейчас убьете. У нас минус шторы. Да. Угу. Ух, хп. Павлю ПТМ. Что? На нем не бейте, на луце нет. Под боссом пока бейте. Шторм. Народ забил. Пускай стопник замат. Все, заводи, собирай, пол хп есть. Под боссом не боните большого. Раскос, это самое. Люцин, возьми большого фулл хп. Вот. А. Хилы и войд в кружочке. Дейдри ты. Чем
метки. Дарки с мяками, Дведош, Войт, Луцин, Мозер. Метеор. Лучи. Метки. Браска, Простя, Локи, Медведо, Жирен, Персик. Войт. Этот, Метеор. Идут. Боссу. Идут. Поражались. Просел. Так, лучи. Метки. Римперсик, Йенна, Простотец, Денчик, Простя, Мяк. Сиора. Лучи. Метки. Войт. Медведош, Локи, Энджи, Простотец, Мозер. Скроуси. Теор. Привет. Боссы. Сразу лучи будут. Никто не подбивает. Просел. Метки Фарада, Жотом, Луцин, Войт, Мяк, Враск. Метеора. Закройте. Лучи. Метки. Луцин, Медведош, Денчик, Джотам, Анжи, Йена. Метеора. Дальний закройте. Рад отъедет. Или нет? 1%. Лить. Лучи. Видишь, даже соло не отъезжает. Пожалуйста. В глыбе хуярю, видишь? Бгаюзер. Ты кого там пиздишь? Монорота? Печеньку. Ой, в печеньку, в квадрат все. Смещаемся, квести, квадрат. Даркис, Локи, раскол. Метки. Миказа пока тут, просто отец. Лена. Быстрее разбиваем. Луч. Луч. Насик. Давайте, Геру. Луч, луч, луч.
смещаемся правее. Пойду против лемов, по-любому. Правее, смещайтесь, быстрее, еще дальше. Там, блядь, этот, стойте, блядь, тут, пока что. Боря вынес. Метки. Не ходите по земле, вот, Джотун, куда ты, блядь, идешь по земле? Разбили. Три. Сколько до купола есть? До купола 20 секунд. 20, ага. Квадрат обратно спустились. Метки. Метки разбиваем и готовимся к куполу. Сука, мишка на земле. Боря упал. Блять, ебучая глыба. Фир не ловим. Бегаем, но не ловим главный эфир. Бля. Суп. Ну чё началось-то, а? Тихо. Живите. Чтобы вы понимали, в два окна выжил. Ты выжил, Фир, потому что я тебе закинула зубы. Тихо. Главное, эфир не ловите и отворачивайтесь от этой хуйни. Мяко, блядь. Сын, ты чё? А шипы вдруг съехали назад. Ебать, а чё это было нахуй? Костя, блядь. Не это ловите эфир, бегайте возле купола, блядь. И не ловите ебучий эфир, за вас разобьют конденсаторы, блядь. Просто, блядь, бегайте возле купола, блядь. Там по БРам. По БРам, Энджи, Бэриш. Настю. Нет, Настю нет. Ну, Настя СС. Окей, давай вставай. Этот Энджи тогда в мяку. Шторы прости. Шторы прости, медведоиш. Кто еще упал там? Медведоиш Луциня. Луцинь. Меня. Луч. И гримперсик. Гримперсик, подними против. Где ты лежишь? Играй по мобам. Возле рейда поедете, чуть. Убью я мобов. Я за боссом, если чё. Прохил косты сбивается. Метки. Ещё и нет, ребята. Скажи, кого резнуть, Лёха, сейчас какая билка будет? Я друидом в рейде. Хрочу резь. Сейчас. Блядь, сейчас посмотрю, какая будет. Сбиваем у деф, дайте гимн на хп мозер. Быстрее. Блядь, ну долго лейте. Где БР мой? В натиск поднял? Ты в квадрате или? Будешь. Чё, мне бежать просто поднимать? Луч. Войд поднимет. Луч отбежать. Косты подбивай. Подкиньте как-то Войда, еба. Сука. Нет. Сейчас резну. Где он? Сзади тебя. Разбиваем глыбы быстрее. Все очень долго просто поднимаем. Блять, так он нахуй на противоположный. Настя сдохла. Ты идти не можешь. Куда отойти? Я в глыбе была. Прохилься. Ростю прохилься. Натиск. Сферок немножко, блять, уходите. Пиздец, блять, просто живи, ебать. Натиск не ловите, главное. Боря. Вынесли.
метки. Быстро разбить, скучно не ставьте. Двадцать пять секунд до второго купола. Живите, простил, на хп просто дай. Натиск. Натиск. Это смарт уже, походу. Живите, сука. Купол 10 секунд. Куполу готовимся. Буря. Заход эти войда. Простю, блядь, захит. Купол. Купол при... Где прохил ебучие? Там настакалось уже говна, просто никто же не сбивает. Там не было стаков, блядь. Видите, бегать. Хули тут Ураска, Броня, Локи, Гевка. И два друида, блядь. Бегать. Бегать. Госпан ты. Сносите все катализаторы, кроме одного, и ждете БРов. Ничего да? Сложного. У двух друидов есть БР, посмотрите. У меня есть БР. Ну, думайте, пока какой-то один оставьте в натуре. Только, блядь, не сдох. Сместится шип. И тебе пизда будет. Не сдохните от ебучего феррата. Друидов порезать. Там 10 минут до берсы. Бить, ехать. Но бьет только один Локи. Раз, хватит времени. Сколько босса там? 11. Сколько? 11%. Да хуя еще ложить. Там, видишь, в чем дело? Люди, даже те, которые не били катализаторы, они отъехали. То есть это не из-за того, что они их били и ловили эфир. Из-за того, что глупые просто бегать не умеют. Видео нельзя в Ютубе посмотреть, блядь. Просто, блядь, бегать возле, сука, ебучего купола, блядь, и не ловить ебучий фер. Все. Бегать посередине, блядь, шипов. А прерывание, вон я линканул, у меня 2, у тебя 4, и у Луцини 2. Ну, все, да. Кто ж может сбить каст? Наверное, только, блядь, я. С ДКшкой, блядь, бежа, там, где танк стоит. Просто отец не может сбить. Маги тоже не могут. Рога, блядь. Ну, Рога, понятно, что не может, потому что лагон, блядь. Второй ДКшка тоже не умеет сбивать. Дядь, это самое, поищи лёг кого-то, потому что это пиздец. Я, блядь, ну, это ебать, лучше просто. Я могу так проебать натиск, нахуй, под боссом, с этим друидом. Ну, купол первый я, блядь, просто нажал следовать за своим ДКшником и сам его поводил. Хуйню как гайд, походу, надо выкладывать, блядь, специально сделать, блядь. Ну вон Тулдарам онлайн. Почему еще не в рейде? Да, я онлайн. Знаю, я думаю, вы заканчиваете уже, что-то конец, заканчивать не успел, я опять там и сижу, слушаю вас. Заканчиваю. Первый купол, сразу видно. Рога отлетает, блядь. Как рога так можно сдохнуть на куполе ебучем? Я вообще в душе не ебу. Да почему нельзя сдохнуть рога? Потому что это рога, у него и спринт есть даже.
У него бабла нет. И чё? У него спринт есть. Даже если ты эфир словил, ты на спринте успеваешь убежать. Вот я где словил? Ну, позитон, если ты дебил, то будешь бегать, да, там сзади. Там, видишь, понакидали эти образы стаков. На мне 20 стаков, там минус 80% от хила. Это же вообще жопа. Потому что никто косты не бьет, кроме меня. Вот, а косты? А косты и кто? Я бегу в дальний этот, блядь, чтобы сбить косты. Нас некому бить. ДКшкой, блядь. Понимаешь? Меликом, блядь, я бегу и сижу, вот сбиваю косты, блядь. Это пиздец. Сколько, блядь, заморозка разума? Сколько КД у заморозки? 10. 10 секунд, там через одну получается. Чё, брать ползрама? Бери. Нам со шторами надо что-то делать, у него каждый пул крашится, клиент, мы в минус одного хила просто дрочимся здесь. Ну, блядь, пускай обновит клиент ебучий. Не может быть такого, что у тебя каждый, блядь, пул крашится клиент, если клиент обновлен. Че, в три потанчить или ДКшкой остаться? Оставайся ДКшкой. Кэш там почистишь, шторы, не знаю. Карму лучше. Роутер, блядь, перезагрузили. Что, блядь, хуй его. У него какая-то графическая ошибка идет, это ж. Будет плотность частица меньше нарастает. Идти, блядь, минус 2, блядь, печально. Когда у тебя, блядь, и так еще 5 вагонов, которые вообще нихуя на этом боссе не делают. Еще в 2 окна, нахуй, с купол, сука, выживать. Ебануться, это в натуре в гайд запишу. Ой, ты сам намазался. Да что намазался? Но ему пришлось зайти, слот-то пустой, зачем оставлять? Так вроде как БР есть. Нахуй лучше в одно окно. Я его дал там тоже, если бы люди живые были. Эти же шары, их тоже можно отбегать, блядь. Просто люди боятся отбегать, блядь. Ну, очень долго сносятся, блядь. Пиздец как долго. Когда натиск, там хуй отбежишь, как бы, да? Это пиздец, как долго глыбы сносятся. Такое ощущение, что, блядь, есть урон по глыбам? БРы долго раздаются. Ну, на куполе все ж дохнут, непонятно где. Я натиск один выжил в 2 окна, блядь. При том, что под боссом оба были. Ну, шторы опять вылетели. Не, он, наверное, перезаходит уже в этот раз. Может, там кэш чистится. Вот где, блядь, по глыбам урон от ДКшки второго, а? Он сдохший, наверное, был. Я на куполе глыба. О, а, были глыбы. На купола глыбы были. Я бью. Ну, что-то не видно. Танк, блядь, надамажил больше по глыбам. Ставлю рыбу. Что там с Геной? Я на работу уж. Минус еще один ДД. Девка, что ли? Ну да. Пиздец. Давай проверку, поехали.
Че, где я стою? Печеньки. Три паладина получается. Даркес, Мяка, Шторы, Фарада. Да, также в Рэмбе. Пускай. Последний пол. Дайте лап. А, ты же запомнил, кому сегодня надо поначислять? Да не особо. Видос пишется, Войт? Угу. Окей. Как бы удалил какой. Может, это там Полина на черную ночь, не? Я говорил. Когда вот эти люди, вагоны, начнут хоть что-то делать, тогда что-то получится. Пока что нихуя не... Когда они перестанут дохнуть. Я, значит, они первый раз там научатся. Какой нахуй первый раз, блядь? Только плохо люди, сделали. Люди приходят, блядь, первый раз и нигде не дохнут вообще. А эти, блядь, на каждой хуйне. Вчера вторую фазу, блядь, дохли, сейчас третью дохли. Прогресс полетел. Прогресс. Полтора года назад такой прогресс был, блядь. Или год. Как по мне, более печально, потому что речки даже на куполе съезжаются. Не, ну мы-то тоже когда траили, у нас много кто на куполе умирал. Дома. Блядь, если не можете бить катализаторы на куполе, лучше вообще их нахуй не бить. Шторм. Подольше будем заливать, зато останетесь жив. Шторм. Как, блядь, Резхэм, так нормально. Как Джайну, так без постоянно. Тут это косячит. Сами как-то пикинули. Завтра рейд будет переполнен, я более чем уверен. Там 30 плюс человек. Если не 40 и больше. Резхэм оставлять, значит, с Джайну. Да не, Паджана не убивается, завтра с алкашкой погнали. Пока, блядь, Джайна не убита, нахуй. Остальные рейды. Ай. Этот надо будет поснимать этажку тем, кто без предупреждения, блять, ходит. Обычно люди нормально пишут дискорд, а эти даже не умудряются в диск. Следующий.
5 секунд. Перешли. Я думал, сейчас рога с обрыва на спринтах уйдет. Че, не улетел? Так уверенно бежал туда. Там 3 секунды следующий. Шторы пишет, выкинул алфа. Ёбаный рот. Слышь, вроде тут. Нет. Видимо, еще не выкинул алфа. Заебашьте большого пока под босса. Ну вот, теперь выкинул. Без него справ. Не падайте на ровном месте только. Вообще. Метки. Медвежник, хаза, враск. Чёрт. Да вы, блядь, спишь. Блядь, снова лужи тут заебали. Красиво. Все взяли Талдорама. Метки. Открываем. Сил Фарада. Боссы идут. Ну, диким пламенем кто-то. Меня засейвить надо. Глыбы нет? Какая глыба? Бля, давай Настя ему абсорб. Резать толбера. Не надо никого резать. Ну че? Мед жотом на меха за дарк. Чвора.
ключи. Метки. Данчик. Это вообще хуёво. Вот сын Данчика резал. Резал. Босс этот. Ты ОБР молодцы? Ну, ОБР был. Ленчик, ты не вылетел, папа. Метки. Вот эти вой, да? Учи. Просто отец где в треугольнике? Нет. В звезде. Не, хит. Босс идут. Ебать. Не поймал Фрада? Как бы сдохли сейчас? Как бы сейчас сдохли два ханта? Дикое пламя. Дикое пламя там разлили. Прям в метке. Кто-то заразил нас, и хила не было вообще. Денчиков нет. Ну так Денчика нету и штор нету, это пиздец. Они ж по меткам распределены. И хила. Да. Энджи, поднимешь маски, да. Пока тот пронял. Нацист. Дайте ярче. Буря. Метки. Убиваем. Тут четыре метки вместе ставить. Боря. Закрыть коп. Хил. Боря. Сколько до купола? 15 секунд. Готовимся после натиска. Попал. Иди.
Ирлана не ловить. Настя, осторожно. Да, три хила, Настя. Рада лучше этот, короче. На Миказу видишь копию Джайны, блядь, садишься на нее и сбиваешь как. Независимо, где она бы не была. Мяка, ты как? Ферелла. Кого бы эры был? Есть. У меня есть. Ну, персик дашь по медведожу. Медведож по мяке. Кого еще есть? Да? Гонит? Да, все. Че по СС? Вот их долбая, блядь. Сука. Гоните, блядь. Сын, говно это забираем. Великий трэш по бэрому слиде. Метку заведите. Его раску подбивает. Вот появилась копия, рога сел, блядь. Сбивай косты. С левой стороны стоит Атрейта, блядь. А ты, блядь, побежал. Косты избивай. Квадрат поставил. Сука, никто как не ты... сбивает. Ну чё? Как хуй... Бог, блядь, есть. Бога, блядь, сбейте, бунчик даст. Вторая появилась. Нет. О, нормально. ДКшка на вторую. Ладно, разобьёшь глыбы ДКшка, пойдёшь на вторую по персленству. Нет, нет. Сильнее, сильнее. Все свечник здесь, иначе будет жопа. Бросьте им на хп давай. Еще метки. Блять, когда ты ее отдаешь? До этого было две бури в рейде, они не выбегали. Разбейте мозера, давай ты. Метки хуярьте, ну. Быстрее, быстрее, метки хуярим. Еще купол поживем. Косты рога. Радость обидеть. Давай ты. 5 метров. Нет. Раньше не берите. Дай я тут мастерау на лед. Сбивай. 4 дал. Быстрее чуть осталось. Метку с хила сбейте. Луч. Босс. Ой, да прохится. Боря вынес. Ауры на лед нет. Метки. И купол будет. Живите. До купола 30 секунд еще. Метки разбивайте быстрее. Зеро еще одно пройти. Натиск, выбост. Не ловите только ебучий натиск. Кто, блядь, натиск ловит? Метки. Косты убиваете. И купол будет сразу. Сильнее разбейте метку. Блядь. ТП хуево. Захиливайтесь на купол. Купол. Метки пол, быстрее. Отходите от них, проебывайте. Хилл сейчас отъедет. Да, отъедет. Блять, просто отец, сука, ну ёб, всё, блядь, это пиздец. Ой. Я во всех метках, кроме одной, стоял. Мне вообще фартит. Ну и чё, это хиллов ноль, блядь. Ложитесь, ложитесь. У меня 40 всё. Секунд, бэр. Да толку, нету смысла. Когда ну почему? Сейчас могли убить. Ну, в 3 хила, когда 2 хила в метках.
Да, Джайна сколько... метками душу. Сколько меток не разбили? Давай еще один пул, Лех. Не, я не буду. Ты можешь их покидать, да, тело? Пойдем в ГМ, у меня есть тебе предложение. Потому что, блять, это... Смотри, у тебя два... Постоянно ты бьешь минус одного хила или двух. Тут просто люди, блядь, уже дохнут, блядь, от того, что прохила нету, блядь. Потому что берет, допустим, двоих хилов берет в глыбы, блядь. Остается один хил, блядь. Этот один хил банально нихуя не сделает со всем рейдом. Когда тебе не выносят бурю еще дополнительно, это пиздец. Ну и плюс мы еще бьем, блядь, постоянно в минус одного. Плюс вагон это минус 5, блядь. Так, Ро или чё? Да, конечно, Ро, блядь.